Всем добрый день. Я, как всегда, на кухне. Холодно у нас. Отопительный сезон еще не скоро начнется. Раньше когда-то 15 октября начинался. В том году 19-го. И вдруг потеплело немного. Отключили надолго. А в этом году не знаю. У нас дожди, дожди. Пасмурно, холодно, постоянно. И сегодня дождь, и всю ночь дождь. Вот сейчас 10 градусов тепла всего. Ну, что имеем, то имеем. Так, хочу похвалиться. У меня сегодня вот такой улов. Карп. Огромный, на кило 800. Это без внутренностей, без жабр. Вот такой карпик. Буду его жарить. Я несколько недель назад тоже жарила карпа. Только тогда мне попался зеркальный карп. Боже, какой он вкусный. Ну, такой вкусный, просто не описать, как он. Такой вкусный. Я еще оставила от него голову и хвостик в морозилке, а сам карп пожарила. Разрезала на куски, потом с каждого куска еще хребет вырезала. Пожарила, ну, это вообще вкусно-вкусно. И дошла очередь до головы с хвостом. Как-то недавно даже делала уху. Голова, хвост. И купила хребет семги. Тоже, ну, такая уха вкусная. Вообще. Ну, а сегодня у меня такой простой карп. Но тоже крупный. На базаре его почистили. Зять ездил на базар, то купил рыбки. И себе, и нам купил рыбки. Я очень довольна. Так что снимать все это действо, как я его буду жарить, не буду. Я же говорю, недавно видео было. Хотела показать вам еще рецепт икры из свеклы. Старый рецепт. Еще когда-то работница была, журнал. И в ней было приложение. Я вытянула с или в одной работнице, или в нескольких. Ну, короче, я сшила это приложение, и там была эта икра. И я ее готовила. Ну, такая вкусная, вкусная, вкусная была. Хотела найти это приложение, вроде как перед глазами лежит, где оно должно быть. Нет, это надо на досуге посмотреть. Все-таки я такое не выбрасывала. Очень вкусная икра, и готовится легко. И стерилизовать не надо именно икру. В банке положил, закрыл, и все. Я помню, или в борщ ее, или так можно есть. Очень вкусно. Так, сейчас помою рыбку. Только помыть, порезать. И все. И жарь. Чудесная рыба, советую очень. Хотя я по молодости, ну, не совсем молодая, помоложе была, не могла есть рыбу речную. Ну, я ее ем, а мне клубнику не могла. Сейчас все заходит. С большим удовольствием ем эту рыбу. Так что как-то так бывает. В общем, потом встретимся. Еще раз покажу со спины. Вот такая рыбина. Она же жирненькая, такая хорошая. Вот и готова наша рыбка. Еще свежий помидорчик, хлебушек. И все, прекрасный обед для нас. Желаю всем вкусного обеда, ешьте на здоровье и всем приятного аппетита!
Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, готовьте вместе со мной такую рыбку, это очень вкусно. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.